Компания «Элекополимеры» является ведущим российским производителем оборудования для полимерных пленок. На данной выставке мы представляем оборудование для вторичной переработки пластмасс, также оборудование для выдува пленок, меловые добавки и красители. Сегодня очень актуальна модернизация устаревших экструзионных линий, которая позволяет с наименьшими финансовыми затратами обеспечить выпуск качественного продукта, отвечающим всем современным требованиям российского рынка. Экструзионная линия Олека 900 2004 года была модернизирована из однослойной в трехслойную для производства ПНД-пленок с низкой себестоимостью. Мы производим систему весового и объемного дозирования, которые позволяют автоматизировать ввод сырья. Это дробилка модель GRP-2660, который производится на заводе Олека Machinery. Данное оборудование предназначено для измельчения полимерных материалов, а именно пленки, мешки, стрейч, канистра, производительность которой до 350 кг в час. Это оборудование модель GRP-2260, который производится на заводе Олека Machinery. Данное оборудование позволяет нам измельчить полимерные материалы твердых отходов, а именно ящики, поддоны, ледники, трубы, производительностью до 400 кг в час. При этом двигатель всего лишь 18,5 кВт. А это новинка от наших партнеров, компания Genius Тайвань, позволяет отжимать материал до 1% влажности с производительностью до 600 кг в час. Представляем меловые добавки торговой марки «Олен», номер один в России, которые на протяжении 10 лет их применения заслужили великолепную репутацию у наших клиентов, а также наши новинки – цветные суперконцентраты и полипропиленовую мультифиламентную нить.